должны не читать. Сюда, сюда, иди сюда. Ну, вы сколько человек можете обнять? Вас зовут? Не, не, сестер зовут. Вас зовут, идите. Самые молодые, еще ближе к батюшке. Под тополем сюда снимаюсь. Он какой. Надо фотографию. Сюда проходите, братья, все. Вот сюда, фотографию общую. Да, я уродом-то прям недалеко отсюда. Алтайский край, Боевский район. Село Краснолуха. Да. У меня сейчас сестра здесь, как Благовещенство. Я завтра прыгну по истине. Нам тоже? Всем, всем. Коробьи, всем. А зрели мы. У нас не снимается? Сейчас нет. Сейчас мы фотографируем. Грустные лица убрали, только веселые улыбочки. Андрей, быстрей! К батюшке подойду. Ой, ноги не держат. Андрей, быстрей! Но вы не растягивайтесь там. Бегом, не шагом, а бегом. Дарья, не растягивайся. Ну куда, вот так хотя бы. Какой радостный день сегодня. Обещали дождь. А мы молились, чтобы не было дождя. Туда, вперед. В этом году исполнилось 33 года. 33 раза уже крещение было. Ни разу в дождь не попадали. Вот так. Да, а тогда было там, давай. Приехали, то из Германии-то. Я тут разветрила, как дыра в небе сделалась. С двумя. На шею повесили. Это бесполезно. Нет, это он будет так делать. На человечка там крутани, дари. И сфотографируй. А ровность, попадаем, ровность нет? Этот горизонта посмотри. Все, все, последний. Все, вперед. Я здесь. Поздравляю вас. Ты старайся, чтобы перетащить сумеет, нет. Так, давайте, проходите, а ты тут вдвоем втроем уходите. Аккуратно в лес не иди. Поздравляю тебя, поздравляю. Это после крещения возвращаемся в храм. Там причастники будут. Егорушка, не лезь, блядь, идем. Все, ископытели здесь. Что-то видно будет, не видно. На солнце, потому что. Господь благословит, заработает себе хороший аппарат, с которого я в 2000 году приезжал. 2000 лет. Под ногами-то. Все, вот. Сколько? 50? Ну, я думаю, минимум 120. А может и 180. Зависит от объектива. Но это если с рук, а если не с рук, то 250.
Да. Вот а так. Где он тогда, этот аппарат, который был? Как-то он все сломанный. Это я у знакомого брал, он в Большом театре снимает. И... Он его приговорил. Все. Ну надо там понимать, что у него... Грязное поле прошли. С 10-тысячными сериями. Не с тысячами, а 300. И за счет этого просто он не выдерживает там матрицы и так далее. По деревне идут уже. Все.